Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем мур-мяу, меня зовут Мир, мой ник Мобофилка, и я продолжаю смотреть игру под названием World of Warcraft со своей друлей Лироликой. Со мной еще рядышком очаровательная Фейернес. Всем привет. Да, и мы смотрим начальные квесты за ночных эльфов. Но я думаю так, несколько серий поснимаю именно квесты, там покажу, что интересного, а потом уже буду делать нарезки самых там любопытных моментов. Кто-то уже поубивал всех бедных. Ну, так неинтересно. А вот это кто? Привет. Где? Вон женщина рядом со мной бегает. Защитница леса, я вижу, что тебе удалось найти меня. Ночная эльфийка Дентария поступила мудро, отправив тебя сюда. Я ее не вижу. А я вижу. Оскверненные пауки. Я надеялась, что мне никогда не придется возвращаться в Тальдрасил по такому страшному поводу. Думала, что земля полностью очищена от порчи, но зло все-таки здесь осталось. Эти пауки пострадали от порчи гораздо больше, чем другая живность. Они представляют опасность как для твоего народа, так и для всего леса. Мы должны сократить их численность, но еще важнее обнаружить источник скверны. Я пойду с тобой и помогу. О! Зажалко ты ее не видишь, она голая. Сиськами сверкает. Только она так полуолень, полу... А, дриада, понятно. Ну да, дриада, точно. Я же смотрела ролики. Одна куда направлена, лево? Да, не помню, без разницы. Тут такие раньше замесы были с пауками. Тут, видишь, сейчас прибегает один чел в... И всех убил. В одежде наследной. И просто от одного взгляда все пауки просто... А, так нам их, кстати, нужно же убивать. Тири-ри-рим, тири-ри-рим. Давай, ты одних убиваешь, я вторых. Надо подождать. И дрядочка, лапушка. Такая скакунья, я даже не могу заснять нормально. Так прикольно скачет. Трин-трин, как козочка. Все? Да, можно сдать. Все, наконец-то. Что случилось в наших лесах? Если у этих пауков от рождения в жилах скверна, значит источник это зараза, их мать. Вот нам сейчас ее нужно будет убить. А. Давай доберемся до северной части пещеры и найдем Гатис. Зловещий ответ на наш вопрос находится в ней. Ну чё, пошли теперь за этой. Гатис. Ой, у меня какой-то... Омоложение! У меня есть омоложение! Я могу стать молодой и красивой! Так, омоложение восстанавливает цели 80 единиц здоровья. Тут какой-то откат большой. Действие. Мгновенное действие. Ну вот, теперь все сейчас будут ее бить. Кидаем пати, что ли, чтобы все вместе убили. Хочу дриады играть. Пусть в Вов ведут новую расу дриад. Или кентавров. Почему, кстати, нет таких рас? Они ж прикольные. А, она убежала куда-то. А куда она убежала? Она в стенку ушла и исчезла. И, а как я буду квест давать? А, нет, она появилась снова. О. У-ху, готово. А в чем шумят деревья? Чего такое? А почему не могу завершить? Что ты, я хотел скорбинку, что ты такой жадный? Что случилось в наших лесах? Выберите себе, а, награду, мятый плащ. Черный кожаный пояс. Я пойду по следу кривой сосны и найду источник этой скверны. Если в Долнаре ты встретишь Артидаса медвежью шкуру, расскажи ему все. Ему прекрасно знакомый в себе до этого леса, и он сможет дать тебе дельный совет. Думаю, мы еще встретимся. Если я обнаружу источник скверны, то, возможно, ты поможешь мне его ликвидировать. А пока что я отведу тебя обратно в Дентари. И ты продолжишь свое обучение. Спасибо за все.
Странно, здесь лишняя точка. Я нашла ошибку в квесте. И меня портануло. Опа. Да-да-да-да. Так. Приветствую. Сейчас до тебя надо добежать. Ты снова здесь, я рада тебя видеть. Похоже, тебе удалось ликвидировать источник порчи в тенистой долине. Дальдрасил все еще страдает, и ему нужна наша помощь, но у нас есть немного времени для того, чтобы завершить твое обучение здесь, в тенистой долине. Талдрасил, венец Азерота. Если ты хочешь закончить обучение здесь, в тенистой долине, то тебе нужно узнать больше о нашей истории, поэтому я прошу тебя выполнить одно задание. Иди на северо-восток к нашему лунному колодцу, набери из него воды. В этот пузырек, пока ты будешь там, сможешь увидеть проявление нашей магии и узнать о нашей истории. Когда закончишь, принеси воду мне, и я скажу, что нужно делать дальше. Храни тебя, богиня. Короче, чего, ты бежишь? Да, видишь, я уже на мини-карте приближаюсь. О, боже мой, кто-то пригнал на огромном мотоцикле, он так ужасно орёт. Как будто это стадо бизонов едет. А куда мне нужно вообще? Кувалда. У меня теперь в руках кувалда чертополоха. Как у тебя? У меня больше. Вообще, какой смысл, если я даже не пользуюсь, по-моему, оружием? Он только сзади торчит, и все. Там дальше будут наружи, ну, статы. Из-за этого. Надо их носить. А сейчас это, не знаю, просто вблизи ударить. Просто так. Так. Набираем воду из источника. Хрустальный фиал наполнен. Теперь возвращайся. Мне сказали, что я около источника и знаю, узнаю какую-то историю. А где она? Это он что-то рассказываешь? Ну, он не какую-то непонятно что рассказывает. Фигню какую-то бесполезную. Хотите узнать об истории, идите на YouTube и смотрите ролики. Вот мой совет вам всем. Это самый лучший вариант. А вот эта сова полетела, это, наверное, друид, да? Нет, это... Нет? Боевой питомец. Ага. Его можно поймать. Хочу! Хочу питомцев! Вот в ПВшечке есть тоже друид класс, я как раз ему играла, но там друид — это смесь друида и охотника. А тут на два класса поделили этот класс. Чем могу помочь? Отлично, тебе осталось выполнить всего одно задание, и после этого ты сможешь покинуть тенистую долину ради просторов Талдрасила. Одно задание. Драгоценные воды. Тенарон Хватка Бури следит за всем, что происходит в долине. Он сидит на вершине Альдрасила. Если посмотришь на юг, то увидишь помост, который ведет к нему. Поднимись по этому помосту и заверши свое обучение. Мне было приятно познакомиться с тобой. Меня переполняет гордость при мысли о том, что среди молодых ночных эльфов есть такие самостоятельные и полные энергии, как ты. Ты совершишь великие подвиги во славу нашего народа. Удачи, друг. Вот, видишь, как меня здесь уважают? Тебя, небось, так не уважают, да? Со мной даже разговаривать не хотят. Ты кто такой? Давай, до свидания. Иди, то возвращайся в свою эту... Где-то там. Где Дринея обитает? Остров Лазурной Дымки. Вот. А он красивый? Ну, кому-то нравится, но мне не очень. Почему? Там такое все какое-то синеватое. Ну, как Дринея. А тут все зеленое, как эльфы. Ну да. Один из лидеров эльфов, Малфурион, или не Малфурион, какой-то, в общем, из лидеров, он перешел на темную сторону. Не, Малфурион хороший, это его брат, по-моему, или нет? Так, я путаю. Кто-то Фендрал, по-моему, да, Фендрал на темную сторону перешел. Он раньше был лидером у эльфов вместе с Тиранной, когда Малфурион где-то в дальних астралах обитал. Вот!
Драгоценные воды, лунные колодцы, наполненные водой из источника вечности, древнего сосредоточения магической энергии, навлекшего многочисленные бедствия на наш мир. Друиды ценят эти колодцы за их чудесные свойства, часовые почитают их как святилища и луны, и даже возвращающиеся к нам высокорожденные смотрят на них с какой-то затаенной тоской. Наполненный хрустальный фиал, предмет необходимый для задания. А, это требуется, но продолжить. Значит, тебе уже рассказали первую часть истории о том, что произошло после битвы у Хиджала. Тебе предстоит еще много узнать, а чтобы выполнить это задание, придется пройти под Эльдрасилу и побывать в Дарнасе. Мундир лесничего. Эльдрасил — утраченные знания. Я мог бы поведать тебе еще многое о лунных колодцах и о Эльдрасиле, однако тебе пора в путь. Каритрас, лунный гнев ждет тебя. Я перелил воду из фиалы, принесенного тобой, в этот сосуд, чтобы ты отнесла его Каритрасу. Ты найдешь Каритрасу лунного колодца в Долна-Аре. Иди из тенистой долины по дороге на юге от Альдрасила т.т.т.т. И советую тебе не сходить с дороги. В последнее время в лесу появились опасные существа. Прощай. О, чё-то он мне дал. Пока мне возвращение в сумке, чтобы вернуться домой. А это надо? Угу. Ну, бывает, куда-то забежишь далеко, надо. Так а вот как мне убрать? Портануться в город. А если я сейчас заюзаю, то куда меня портанет? К этому дереву. А-а-а. Зачем тогда мне этот вопросик висит? Как его убрать? Какой вопросик? Где висит? Щелкните правой кнопкой мыши, пока у меня возвращение в сумке. Они мне просто щелкнуть. А, ну это обучают. Ну так... А, все, я прервала. Чего такой рюкзак маленький? Вообще ни о чем же. А там видишь, там еще есть слоты для сумок. Так совсем мало же. Тут вообще как-то жидко. Там может 20 слотов быть, и, по-моему, сейчас... Там еще 24. Ну там много слотов может быть. Ну, у меня уже почти заполнено. Кому можно продать все это? Любому торговцу. А где торговец? Ну, возле тренера там был. В дереве внизу. Потом по пути будет. Мы сейчас побежим в деревню, там будут торговцы. Ну тогда побежали. Ну да, действительно, а когда нам дадут ездовое животное? Чтобы мы не пешочком шастали. 20 уровня. Раньше было 40-го. О, вот, я вижу. Могу у меня тоже. Портаниус, посылка в Долонар. Привет тебе, юный друид. Не окажешь ли ты мне услугу? У меня тут сверток с травами, которые надо доставить в Долонар. Но я еще не закончил кое-какие дела с друидами. Не отнесешь ли ты посылку? Ее надо доставить к Альдамиру, хозяину таверны в Долонаре. Ну, давайте отнесем. Заодно посылочку. О, новая территория, Эльдрасил, ла-ла-ла-ла. Мы туда бежим? Да. Сова, хочу себе такую сову, она такая симпатичная. Дикая милая совка. Какие здесь яркие краски. Все такое розовое, желтое, зеленое. И небо розовое. О, еще один квест есть. О, это за рогатое существо. Сатир. Это ночные эльфы, которые слишком много демонической энергии впитали. Симпатюля. Кстати, я не могу этот квест взять, потому что я 3-го уровня. А надо? Как минимум 4-го. Ну так иди прокачайся. Иди он апни до 4-го. Я тоже, я сейчас 4-й. Просьба, Зена, вижу, ты ищешь работенку. Хе-хе-хе, ни дня не проходит без того, чтобы я не поручил какой-нибудь дельцу юному друиду вроде тебя. Видишь ли, я могу осчастливить тебя такими вещицами, что тебе и не снились, но за это ты кое-что мне принесешь. Хорошо, что не сделаешь. Мне часто бывают нужны определенные ингредиенты. Принеси колыки ночного соболезуба, перья островной совы и мотки паутины чащобного... Тенетника, а мы же их били. И пусть это все останется между нами, ночная эльфийка.
Ну слушай, теперь вот придется избивать бедных существ. Почищевный скрытень. Это он? Нет, тинетник нужен, а не скрытень. А с них тоже падает. Видишь, когда наводишь на них, снизу справа появляется окошко. Ну, а, просьба за. Написано то, что может выпасть квестовый предмет. Надо подождать. Так, я думаю, надо таймлайн исключить из группы. Давай. О! Что ж ты сделала с бедной совой? Это я не ту убила, да? Угу. Я думала, это она мне нужна. Требуется травничество. Ой, тут еще проф прокачивать, да? Угу. Блин, как вот я больше всего ненавижу в ММО, это вот профессии разные. Так бесит. А без них никак? Ну, это вообще на самом деле особо-то на время прокачки не важно. Это важно на максимальных уровнях, когда надо наибольший ДПС выдавать или быть самым крепким танком. Это отпров бонусы. Вот. Ну, так чтобы прокачаться к высокому уровню, нужно начинать с самого низкого качать. Профа, да? Ну да. Ну вот, еще с этим запариваться, что качать. Ну, как правило, на время прокачки берут такие собирательные, там, где не надо заморачиваться. Просто видишь цветочек, подходишь, так, берешь. А у кого все. Брать-то? В деревне будут учителя. А уже на максимальном уровне, например, сбрасываешь эту профу, берешь там инженерию, от которой бонус к ДПС, там всякие прикольные штуки, типа планера, всяких бомбочек. Ну, в общем, чего надо в зависимости от специализации. Тоже окорочок, а у него откуда окорочок? А это добыча совы. То есть, когда несколько мобов убиваешь и смотришь, что упало, то это отображается лут от этих нескольких. А, так можно много-много убить и одного поднять, да, и да. Там весь лут? Угу. Так это удобно. Они должны рядом находиться? Да. А-а-а. Так, где тут еще-то всякое? Ой, тут можно сдать квесты. Угу. Квест на посылку. Ой, я пятый уровень. Ну ты вообще меня обогнала. Так потому что я делаю квест, а ты не делаешь. Ты так болтаешься довеском. И тут вон квесты разные. Сначала надо сдать. Где их тут сдавать? Что привело тебя сюда? Ой, щелкните левую кнопку мыши, чтобы завершить задание. Чем я могу тебе помочь, девица? Желаешь отдохнуть на постоянном дворе? А тут можно отдохнуть? Можно заказать кровать? Или тебе нужен камень возвращения? Ах, да, трава из тенистой долины. Жаль, что Портаниус сам не смог ее доставить. Трава. Нам с ним многое что надо обсудить, но я все равно рад получить эту посылку. Покуда ты здесь, чувствуй себя как дома. Герои должны быть крепки телом и духом. Располагайся. Дернацкий блю, освежающая ключевая вода. А что лучше? Совершенно без разницы, потому что это сейчас жизнь, и мана очень быстро восстанавливается. Ну, пусть будет жизнь. А продать можно, вот смотри, вот тут. Тут? Мир тебе. Окей, сейчас продадим. Ой. Как еще у NPC, у которых наковальня, когда на них наводишь, у них еще можно починиться. Тут это еще так... чиниться надо, ужас какой. А кошачья шерсть нужна или ее продавать? Нет, она, видишь, серым обозначена. Это значит, совершенно бесполезный предмет можно сразу сливать любым торговцу. И не париться. И чё, и теперь окей жать или что? Или я уже продала? Правой кнопкой мыши по... Ну? По предметам во время разговора. И, ну, они у тебя исчезли из сумки? Да.
Все, значит, продала. А, то есть не надо подтверждать ничего? Да. А чиниться надо или не надо? Нет. Это когда тебя несколько раз убьют, тогда теряется прочность. А если я продала что-то хорошее и хочу вернуть, как это можно сделать? Это отображается в списке. Выкуп. Да, вкладка выкуп. Все понятно. Прощай. Окей. Так, теперь нужно еще квест сдать. Какие здесь эти шумные тракторы эти? Мотоциклы ужасные. Кошмар. Приветствую. А, вижу, ты от Тенарону, что уж нам многое предстоит обсудить и сделать, однако прежде чем перейти к практическим заданиям, тебе предстоит обратиться к мудрости этого лунного колодца. Иди с миром. Сначала позволь поведать тебе, какая стоит перед тобой задача. Друиды Дарнаса пользуются водой из лунных колодцев Тальдрасилы, и время от времени их колодцы надо выполнять при помощи этих специально изготовленных фиалов. Ты сможешь набрать воду из лунных колодцев, отнеси этот сосуд к лунному колодцу у деревни Звездного Ветра на востоке, набери из него немного воды, а затем возвращайся ко мне. Пусть звезды направляют тебя. Так что, у этого колодца? Нет, это надо Старбриз Виллаж идти. Бэээ. Чуть южнее. Ну, в общем-то, на этом, я думаю, можно закончить вторую серию. Ознакомительную серию с World of Warcraft. С вами была Мира, Моба Филка, Друидка Лиролика, Дренейка Фейернес. Правильно? Да, Фейернес. Да, ставим лайки, комментируем, подписываемся и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.